Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь расположен недалеко от современной деревни Гнесичи Новогрудского района Гродненской области Беларуси. По преданию, первоначально этот монастырь был основан в далеком 1225 году. За свою длительную историю монастырь несколько раз прекращал свое функционирование и снова возрождался. Так, во время Первой мировой войны в 1915 году все монастырские постройки были до основания разрушены, а обитатели монастыря покинули его. В ходе почти всего 20 века территория монастыря зарастала сосновым лесом. Однако в 1993 году монастырь в очередной раз был возрожден. На момент съемки видео на территории монастыря велись активные строительные работы. В частности, строилось или реконструировалось несколько зданий, в том числе центральный храм, и благоустраивалась территория. В видео показаны только те здания и постройки, которые были готовы к концу лета 2017 года. Весьма примечателен также деревянный мост через реку Неман, по которому проходит единственная дорога в монастырь.